Там хоста, блядь, так не хочу брать. Ах, а, да это перчик, блядь, куда я смотрю. О, мой любимый инст. А у Геннадь? Ситикски. У нас все такие. Чё, мы рыбу не это? Ты шо, уже 10-47 левел. Тем убивайте. Я пока не могу использовать эту способность. И это тем он зацепил кусок народ. Да, классно. Капец, я без бабла уже, ёх, не баба. Что, надо пойти пофармить, что ли? Сейчас. Я
Уважаемые гопники, шмонайте мобов по карманам, пожалуйста. Для этого всегда были эдиты. У каждого индивидуальный. Учитывая, что там есть голда, лутаются мобы всеми. Привет. Нет, поспорим? Ты шо, 52 кхп набал. Че, вы босса типа не бьете? А, Шейпер, смотри, а, вот сейчас вот тут вот возле тотема все полутали птичек, правильно? Ой, да, это пью чуть-чуть. И вот смотри, я лутанул, и всем должно было дать голды. Видел? Поближе.
слишком далеко. А вы ничего не говорите, или я вас не слышу? Скажите что-нибудь. Что-нибудь. О, сейчас слышу, дают они. Или вы молчали? Петуха звать? Какого? Ну зови.
Че, здесь он зовется? Угу. А трэш надо убить, да? Не-не-не, не надо, аккуратно сейчас вызову. Первый раз этого босса бью. Из него ездовой петух падает. Мне казалось, это ворон. Ну, ворон теоретически летать должен, а тот не летает. Там даже не ворон, а владыка воронов. Потому что владыка воронов не должен быть так. Ну, он такой унылый. Обычно знаешь, как делают? Крайний трэш агрят, вызывают петуха, и в момент самоизгнания просто основной трэш чистят до босса. Просто таскают сюда, пока он в изгнании, короче, этот трэш дочищает. Это, фига вы их все бьете? Ай, блин, я лошара, ты первый раз, я понял. Короче, нужно будет провести, показать, нет, кого бить. Не первый раз. Просто захотелось их убить. А там вопрос организационный, мы на фул или нет? Че на фул? Я после этого, мне кажется, отвалюсь. У меня 4 утра.
Чего я спать не могу? Все, спокойной. Давай.